И приятная новость для хоккейных болельщиков. Сибирь на выезде победила омский «Авангард» со счетом 3-2. Ну, а тем временем в Новосибирске состоялось открытие традиционной зимней спартакиады. Хоккей здесь один из главных и самых зрелищных видов соревнований. Также на различных площадках города пройдут состязания по мини-футболу, лыжные гонки и эстафеты. В этом году организаторы отказались сразу от нескольких спортивных дисциплин. Нет шорт-трека, хоккея для старшей возрастной группы и эстафет для городских предприятий. Несмотря на это, в массовости спартакиада не проиграла. Участие в ней принимают более 800 любителей спорта. Заявились практически во всех видах все районы, кроме хоккея. В хоккее заявились 6 команд, не заявились, не участвуют Дзержинский и Первомайский. По причинам, не знаю по каким причинам, видимо, не развивается этот хоккей.